Тоже хотелось бы это, да? Родители могут не волноваться за жизнь и здоровье своих детей, отдавая их в школу. Все самарские учебные учреждения прошли проверку безопасности. Особое внимание уделили противопожарным мерам. Во всех школах установлена и обслуживается автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения. Пожарные несколько раз инспектировали здание, чтобы проверить, как устраняются обнаруженные нарушения. Слабые места мы указываем департаменту, абсолютное понимание у нас есть. На сегодняшний день уже остались единицы, скажем так, объектов, где существует данная проблема. Усилен антитеррористический контроль. В школах организованы пропускные пункты и охрана. Последний день летних каникул полицейские со специально обученными собаками обследуют 116 школ. После этого в здании посторонним вход будет воспрещен. На сутки с 31 августа по 1 сентября все школы возьмут под круглосуточную охрану. И первую учебную неделю рядом со школами будет усилено патрулирование. Для школьников пройдут уроки безопасности. Дети возвращаются с каникул. Многие из них отдыхали где-то вдали, так сказать, от большого города, от дорог. Происходит определенное такое растормаживание, что ли, детское. Сентябрь очень опасный с этой точки зрения месяц, когда нам приходится достаточно много внимания уделить тому, чтобы вернуть детей в рамки, так сказать, большого города. Безопасности будут учить и взрослых. Все сотрудники школ уже прошли обязательный инструктаж правил поведения во время ЧП. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».